Что для меня кислород? Следующий вопрос. Короче, все, чем я занимаюсь, музыкой, это и есть мой кислород. Этот альбом заслуга Сергея Макарова. Это очень талантливый человек, очень талантливый музыкант и аранжировщик, который меня чувствует, ну, просто я под большим впечатлением от своей работы с ним. Только это не Чип и Дейл. А, тоже! Утки! Да как там, блин, забыл. Ну что, мультики не смотрели, что ли? Работа с ним одно удовольствие. И я часто говорила, что он самородок. Он действительно самородок. Это человек, который... У него просто в руках из ничего рождается такая картинка песни, которую я бы никогда, до которой бы я никогда не додумалась. Вот садишься, значит, вот так вот. И играешь какую-нибудь там, ага, вот такая песня, значит, надо, значит... И она дальше идет легко. Не наша группа, да? Макаров молодец. Что касается парней, что касается Саши Аверьянова, он очень классный барабанщик. Когда мы начинаем аранжировывать песни, он первый присылает свои наброски. А я им очарована, конечно, это, но это очаровах, конечно. Что касается Дэна Жданова, то он, несомненно, вырос во владении гитарой. И то, что вы слышите на альбоме, сыграно потрясающе и сыграно им. Мне кажется, что у нас очень хороший коллектив.